Чашка-мустаж – специальный элемент посуды, чтобы дворянин не намочил усы во время чаепития. Наусники – их надевали после умывания, чтобы усы приняли нужную форму. За внешним видом русское дворянство следило более чем тщательно. Эти предметы из юсуповской коллекции, как и чубук для курения. Как известно, в XIX веке на смену нюхательному табаку пришел обычный. Появилась и настольная зажигалка. Тогда этот предмет назывался огниво-водородное. Оно стояло в курительной игровой комнате. Также здесь представлены будуар, столовая, кабинет, так сказать, один день из жизни дворянина. Жизнь русского дворянина была достаточно размеренной, рассчитана по часам и минутам, поэтому люди жили спокойно и долго. И каждый новый день обещал быть таким же, каким был вчера. Треть предметов никогда не извлекалась из фондов Эрмитажа. На подготовку ушел год. Все это время предметы реставрировали. Не только тряпичные вещи, как эта накидка и туфельки, но также мебель и фарфор. А идея этого проекта родилась давно. Все вещи не выпускаются из стен Эрмитажа, да и других музеев без реставрационной подготовки. Иногда это очень длительный процесс. Кроме того, это финансовые затраты. Мир русского дворянства, быт и забавы – это первая экспозиция, посвященная жизни дворянства. Ее организаторы начинают проект «Эрмитаж» в Юсуповском. За ней последуют еще четыре необычные выставки. Темы организаторы пока не раскрывают. Говорят, сюрприз.